Пострадавшие при посадке Ил-18 на военном самолете вылетели из Тикси. Их для дальнейшего лечения и реабилитации доставят в центральные военные госпитали Москвы и Санкт-Петербурга. Прибывшие накануне медики Минобороны осмотрели всех больных и оценили их состояние, после чего было принято решение об эвакуации. Якутские врачи двое суток проводили операции и подготовили их к транспортировке. Напомним, самолет Ил-18, летевший из Екатеринбурга в Тикси, на борту которого находились 38 человек, в том числе 7 членов экипажа, совершил жесткую посадку в 29 километрах от поселка Тикси утром 19 декабря. Огромная благодарность врачам за проделанную работу, за самоотверженность, высокий профессионализм, за полную самоотдачу в спасении пострадавших. Большое спасибо.